Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Криптомания, с вами автор и ведущий Сергей Зирадин. Собственно, случилось чудо, пришла мне наконец-то моя посылочка, а именно хардварный кошелек Ledger Nano Wallet. Собственно, вы смотрели, как я его заказывал. Ожидал я его к концу октября, но все случилось намного быстрее. Саму посылку я, конечно, уже скрыл, упаковку выкинул. Собственно, вот он сам наш Ledger Wallet, здесь что-то внутри трясется. Также упакованный весь в пленке, давайте мы его вскроем и посмотрим, что у нас идет в комплекте. Напомню, что данный кошелек при заказе стоит в районе там, 60 евро на сайте, плюс за доставку я заплатил 20 с лишним евро в России. Ну и давайте смотреть, что у нас внутри. Такая вот коробочка. Скрываем ее. Собственно, вот так вот выглядит флешка. Ну, попозже покрупнее сниму, как это все упаковано. Наверное, сниму, не буду снимать. Вот так вот все внутри. Это все вытаскиваем. Здесь внизу под, так сказать, поролонкой, держащей саму наш хардварный кошелечек, находится еще куча бумажечек. Вот так вот он выглядит. Где он тут выдвигается, каким образом его подключать. Подключается он через кабель. Кабель должен быть внутри, ниже. Давайте откроем. К нему идет книжечка и два кабель и носить на шее. Короче, идет к нему брелок, кольцо, шнурок. Ну, на шее носить, да, если хотите ее. Собственно, кабель для подключения ПК. Здесь у нас вставляется. Здесь подключаем ПК. И идет вот такая вот книжечка к нему, упакованная. Посмотрим, что внутри. Описание Ledger Nano Wallet S. Ну, в принципе, ничего интересного нет. Какие-то бумажечки, надо их перевести, будет прочитать, что на них написано. И, в принципе, весь комплект. То есть, в комплекте у нас идет сразу сам кошелек. И к нему провод для подключения к ПК и также шнурок, чтобы вешать на шею. Ну, либо удавиться в крайнем случае. Собственно, сейчас будем подключать его к ПК. Посмотрим, как его настраивать, что это изнутри. Поехали за компьютер. Так, ну что ж, друзья, давайте приступим к установке данного кошелька. Это не так на самом деле просто. Первым делом я рекомендую вам, перейдите на сайт производителя, зайдите непосредственно в само оборудование, да, выберите ваш кошелек, у меня это Nano S. И вот здесь вот есть видео о его настройке, подключении и так далее. Сброс настроек, восстановление конфигурации вам это поможет. Также вот установка устройства. Да, оно все на английском. Я для вас специально записал, так сказать, русскоязычную версию. Собственно, сейчас к ней и перейдем. В данном видео она рассказывает, что нам нужно делать с нашим кошельком, когда он только пришел. Мы его берем, подключаем к нашему ПК. Ну и сейчас будет другое видео с другой камеры будут показывать, надеюсь. Качество более-менее будет сносное, для того, чтобы вы могли понимать, что вам нужно делать и что вам не нужно делать. Собственно, поехали. Так, в общем, еще раз повторяюсь. Подключили мы наш Nano Wallet S к нашему ПК. Он начинает выдавать сообщение, нажимаем верхние две кнопочки. После чего он тут пишет следующий текст, вновь нажимаем верхние две кнопки одновременно. После этого он нас спрашивает, вам, к сожалению, наверное, не видно, я постараюсь как-то так снять, чтобы было видно. Он спрашивает у нас, confirm as new device, то есть новый у вас или старый девайс. И с одной левой кнопкой у нас крестик, правая кнопка галочка. То есть подтверждаем. Новый девайс. Если старый, это вам не подойдет, ищите на сайте другое видео. Оно, правда, на английском, по-моему, языке. Ну, я думаю, при желании там все показано, разберетесь. После чего он нам предлагает ввести наш пин-код. Мы его придумываем самостоятельно, он в поставке не идет. Нажимаем опять две кнопки. После этого, опять же, у нас восьмизначный пин-код, и мы его начинаем вводить. Как вы спросите, клавиатуры нет. Верхняя, левая и правая кнопка увеличивают, уменьшают цифры. Зажав две кнопки, вы сможете перейти на следующую панель. Я постараюсь как-то это сделать. То есть вы видите, да? Кнопки вверх-вниз нажимаю, меняется цифра. Зажав две, перейду на другую. Сейчас забью свой пин-код, который я придумал себе. Пин-код восьмизначный, если я не ошибаюсь. И мы продолжим дальше. Кстати, можно всего четырехзначный пин-код сделать. Он после четырех знаков показывает такую галочку. Типа, можно все, давайте попробуем, может, можно еще. Можно давать, короче, 4 до 8 знаков пин-код, я ошибся. Так, собственно, я поводил все остальные цифры. Рекомендую также вам вводить 8 цифр. Причем, смотрите, если вы будете выводить пин-код и где-то допустите ошибку, просто, пока не ввели пин-код, выдергиваем устройство из USB, и оно у нас выключается. После этого начинаем все заново, то есть нажимаем две кнопки первый раз, нажимаем две кнопки второй раз, и дальше по инструкции. Все, мы ввели пин-код, последнюю цифру я ввел, нажимаем опять две кнопки. Confirm your пин-код, то есть подтвердите ваш пин-код. Нажимаем опять две кнопки. После этого вновь вводим наш пин-код, который мы с вами внесли, то есть мы его подтверждаем. Чтобы не дрочиться с восьмизначным, можно забить четырехзначный и потом там то ли галочки поставить, да, пустыми можно выбирать, то ли крестики. Если крестики ставим, то они на четырехзначный. Если галочки, не знаю, что это значит. Вот, ну я решил ввести восьмизначный пин, поэтому как-то так. Все, ввел последнюю цифру, опять зажимаю две кнопочки верхние. Следующее действие.
write down your recovery price. То есть он нам сейчас будет выдавать вот здесь, вот на этом маленьком экранчике, вот эти цифры, не цифры точнее, а слова, 24 кодовых слова, которые нужно записать вот в эту карточку, либо куда-то в другое место и хранить в случае потери вашего кошелька, это вам понадобится для его восстановления. Опять нажимаем две кнопки верхние, и он вам выдает первое слово, не знаю, вам видно или нет, вот word, number, number one, и пошло слово. Вот. Сейчас я все это дело запишу, и мы, собственно говоря, продолжим, потому что это дело долгое. После того, как мы все с вами записали, и рекомендую, кстати, небольшая практическая рекомендация, пока записывайте, да, вот на вот эту бумажечку, которая у вас есть. А также можете продублировать все это в каком-то текстовом документе на компьютере, после чего это дело распечатать. А плюс я рекомендую все-таки каждое слово еще сфоткать на телефон. Мало ли, где-то вдруг что-то вы допустили ошибку, на всякий случай. После того, как все проверите, что все правильно, потом можно фотки поудалять. Еще. Буква I, значит, да, которая и английская, пишется с точечкой. Буква L у них здесь написана просто палка. Такая вот, вот такая вот, ну вот такая вот, короче. Это буква L английская. Вот. После того, как мы записали наши кодовые слова, 24 кодовых слова, вновь нажимаем на вот эти две кнопочки. После чего он нас просит подтвердить наши слова. Опять нажимаем, он пишет confirm your recovery password. Простите за мой английский, да? Просит он определенные слова. То есть, например, сейчас он у меня просит 17-е слово. Я смотрю в своей бумажке, какое у меня это слово, и здесь нужно выбрать его в списке. То есть опять листаем лево-право, а кнопочки внизу меняются слова. Нам нужно найти 17-е слово. Давайте все это сейчас проделаем. Выбрали нужное слово, опять нажали две кнопки, подтвердили его. После чего он спрашивает следующее слово. Сколько их будет? Ну, после того, как сейчас все повожу, скажу, сколько было. Это второе. Recovery don't неправильно выбрал слово. Опять нажимаем две кнопки. Если неправильно выбрали слово, он пишет неправильно выбрано слово, то есть recovery там что-то там. Рисуется крестик, опять все начинается сначала. Короче, это геморрой, ребята. В общем, просит он ввести нас три слова из списка, опять же, мы их выбираем. Еще раз повторюсь, данные слова сохраняйте как можно там лучше. То есть, бумажку написали эту, текстовый документ отфотали там, чтобы было все правильно. А после чего нам выдает your device is now ready, то есть готов. И галочка. Ну, наверное, опять нужно нажать, опять нажимаем. Так, ну, чтобы вам было видно, попробую вот так вот сделать. Не знаю, видно или нет на камеру. Нажимаем опять две кнопочки. После чего он нам предлагает уже выбирать непосредственно в меню, с какими валютами работать. То есть биткоин, эфир, фидо 2УФ и настройки. Я так понимаю, теперь нам нужно будет все-таки скачать приложение, необходимое для работы. И причем, после того, как вы все это сделали, наконец-то ваш кошелек определил компьютер. Теперь нам нужно установить расширение для нашего браузера. Давайте пойдем установим. После того, как все мы это проделали, возможно, вас запросит повторно ввести пин-код для того, чтобы зайти ваш непосредственно вот в этот кошелечек. Да? Пин-код, еще раз напомню, можно делать 4-значный, я сделал себе на свою голову дурак 8-значный. После того, как мы провели вот эту всю настройку, нам необходимо установить приложение для браузера. Для этого заходим в приложение и поехали. Значит, вот этот менеджер, он понадобится для установки других кошельков. Таких как Doggy и так далее, мы об этом поговорим об установке других кошельков в отдельном видео. Разберем пример биткоина. Нажимаем на биткоин, установить приложение, выбираем устройство, то есть если вы хотите для Android здесь, если вы хотите для iOS здесь, если для Windows на базе браузера Google Chrome, да, работает все только в браузере Google Chrome. Нажимаем установить. После чего нажимаем запустить, я уже это проделал. Давайте перейду в свои кошельки. Происходит установка, после чего нам высвечивается Chrome slash 2 app, наши все приложения здесь. Нажимаем логин wallet, ledger wallet bitcoin, после чего у нас происходит запуск нашего биткоин кошелька. Чтобы подключиться, разблокируйте кошелек. Я же тебя разблокировал. Все. Здесь нужно выбрать биткоин кошелек и нажать две кнопочки. Значит, данный, скажем так, приложение подходит под несколько типов битка. Это биткоин и подфорки. Биткоин кэш, биткоин УАФ и биткоин сегвит. Голда здесь нет почему-то еще. Ну, еще не сделали. Нажимаем биткоин. Все, вы попадаете в ваш биткоин кошелек. Если вы когда-то пользовались кошельком биткор, в принципе, у вас никаких проблем дальше не возникнет. Вы можете получать, для этого вот ваш адрес. Отправлять. Здесь вводим сумму, здесь куда отправляем, здесь ну, выбираем аккаунт, если у вас несколько аккаунтов в битке, и нажимаем отправить. В принципе, все очень просто. На этом, собственно, ребят, все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Ссылочку на сайт Ledger Wallet и на их YouTube канал, естественно, я оставлю в описании под этим видео, чтобы вам было удобнее в случае чего, ну, с навигацией. Если данное это видео вам помогло,
ну, не откажусь от пары там миллионов битков, да, на, собственно, мой Nano S кошелечек. В следующих видео мы с вами поговорим об установке других кошельков, других валют, потому что изначально нам на сайте предлагают только три кошелька, да, для установки, это биткоин и альты биткоина, всякое говно, короче, да, кошелек эфира и кошелек Ripple. Для того, чтобы устанавливать другие кошельки, нужно воспользоваться этим Ledger Manager, который нам позволит устанавливать другие кошельки, о них поговорим в отдельном видео. Всем спасибо, до новых встреч, не забудьте поставить лайк. С вами был канал Криптомания, его автор и ведущий Сергей Зиродин. Пока!